Всем привет, с вами Ростиксон, и в сегодняшнем видео поговорим о безопасности учетной записи на бирже Gate.io и затронем тему пароля фонда, что это такое и тому подобное. Кстати, переходите по ссылке в описании, там будет ссылка на мой телеграм-канал, где я рассказываю, что покупаю, что продаю, свое мнение о рынке. Например, до этого говорил там, то, что продал более 90% криптовалюты при битке 60 тысяч долларов. И пока что я был прав. А также недавно там участвовали в аирдропе со 100% наградами. Так что переходите, там очень интересно. Для тех, кто не знал, Gate.io — это некая практически анонимная социальная сеть, для регистрации в которой нужно указать свой номер телефона и ввести соответствующие сообщения с кодом, который будет предоставлен с этим набором номеров. После ввода кода вы можете начать пользоваться ресурсом в полной мере. Стоит отметить, что большинство диалогов и анкет не предполагают указание некоторых личных данных, поэтому пользователи не рискуют потерять конфиденциальную информацию в процессе общения с другими людьми. Также, если вы еще не зарегистрированы на бирже Gate.io, то зарегистрируйтесь по ссылке в описании, и вы получите вечную и максимальную скидку на торговые комиссии – около 20%. Теперь поговорим о безопасности. Gate.io является одной из самых безопасных бирж в мире, предоставляя более 10 решений безопасности, независимо от входа в систему, транзакции и вывода средств. Он обеспечивает полный спектр активной или пассивной защиты. Данная биржа дает аж 10 способов для защиты учетной записи. Первое – SMS, Google OTP, мониторинг IP-адресов, белый список вывода средств, пароль для входа, адрес электронной почты, ворота UK, UBK, журнал безопасности, пароль фонда, антифишинговый код. И напомню, что если вы какой-то из этих пунктов решите опустить, то вы понижаете свою безопасность. Например, если у вас только пароль и только почта, то вас гораздо легче взломать, чем если бы у вас еще была SMS-аутентификация или Google OTP. Я полностью защищен, и у меня стоят практически все уровни защиты, что я и советую вам. Биржа Gate.io предоставляет пользователю внутреннюю защиту, а именно все компьютеры в нашей компании имеют механизмы защиты конечных точек, которые защищены корпоративными брандмаурами. Мы поддерживаем все программное обеспечение в актуальном состоянии, постоянно отслеживаем наличие угроз. Мы используем метод доступа с минимальными привилегиями и на основе ролей для всех подключений. Итак, разберем такой вопрос, почему приходят проверочные сообщения? Эти сообщения приходят тогда, когда мы меняем пароль, например, или что-то с аккаунтом важное. Поэтому, если вы этого не делаете, то к вашему аккаунту кто-то хочет подключиться, и нужно сразу же принимать меры. На всякий случай поменять пароль, увеличить степень защиты и тому подобное. А сейчас я расскажу, из-за чего могут приходить такие проверочные сообщения, когда вы не совершаете доступ к своему аккаунту. Например, вы можете обезопасить себя полностью всем, о чем я говорил, но даже этого может быть недостаточно. Например, вы серфите в интернете и скачали какой-то файл, а вы проверили его, вдруг там вирус. Поэтому многие рекомендуют рабочий компьютер, где вы занимаетесь криптовалютой, торгуете, где вы входите на биржу. Не стоит использовать его для серфинга в интернете. Или, если у вас все же нет второго компьютера, максимально осторожно это делать. Не посещать сомнительные сайты и не скачивать сомнительные программы, потому что вирус даже можно не заметить. Это будет обычный троян, который вообще не будет влиять на работу компьютера. Не скачивать всякие PDF-файлы, потому что в них тоже может быть зашифрованы вирусы и тому подобное. Кстати, в комментариях вы можете написать, какие вирусы вы знаете. И я о многом еще не рассказал, так что вы тоже можете поделиться, как вы защищаете свою учетную запись. И взламывали ли вас когда-то? Честно скажу, меня ни разу не взламывали, но пытались, но я вовремя заметил, что что-то идет не так, и исправил. Также делайте пароли довольно сложными. А тут на бирже Gate.io есть как обычный пароль, так и пароль фонда, например, которого нужно вводить, когда вы торгуете или выводите средства. О нем я расскажу более подробно в следующих видео. Обезопасьте максимально свою учетную запись. Также не скачивайте подозрительные файлы и вообще любые файлы со странных сайтов, потому что это опасно. Также в описании будет вся нужная информация, а именно ссылка на мой телеграм-канал, где я делюсь
всем, что делаю, что торгую, что покупаю, вообще, что думаю о рынке. Также будет ссылка на регистрацию на бирже Gate.io, которая даст вечную максимальную скидку, а именно 20% на торговой комиссии. Подпишитесь на канал. Всем удачи! Если вам интересна информация о бирже Gate.io, то смотрите мой плейлист с биржи Gate.io, где более 12 видео о Gate. Спасибо бирже Gate.io за поддержку!